Туристичний потенціал Бреста – випрацювання стратегії. Конференція під таким названням состоялась на базі технопарка. Мероприятие собрало на одной площадке представителей различных организаций, учреждений и предприятий. Тех, кому важно и нужно сотрудничать, чтобы сделать областной центр Брещины еще привлекательнее и удобнее для туристов. Хотелось бы разом подумать, как мы можем сделать город больше привабным для туристов и увеличить количество гостей с заходу, потому что от 1 студеня, как известно, дозволили безвизовый въезд для жихаров, здається, больше, ну, около 88 країнов. Але, ну, покуль что, на жаль, мы не бачимо великого потоку туристов в городе, ну, и хотелось бы придумать некую концепцию, как их сюда все ж таки завабить. В числе участников конференции – зарубежные эксперты, представители Украины и Польши. Из тех городов, которые уже не один год пользуются популярностью и особенно посещаемы. В Брест специалисты приехали, чтобы поделиться своим опытом. По словам экспертов, данная сфера гибкая и динамичная. Руку на пульсе важно держать всегда. Я приехал по приглашению организаторов, для, чтобы подсказать, как должен двигаться Брест в направлении развития туризма. Ну, знаете, указывать кому-то, как что-то делать, это очень неблагодарная вещь. И, конечно же, местные власти и организаторы этого форума, конечно же, они сами лучше знают, лучше всех, как продвигать и развивать их город. Я, со своей стороны, как представитель туризма Львова, да, я работаю в Львовском конференц-бюро. Я только могу, скажем, поделиться своим опытом Львова в направлении развития туризма. Организаторы встречи подчеркивают, такие мероприятия важно проводить чаще, как минимум для того, чтобы все заинтересованные в развитии туристической сферы держали связь друг с другом. К тому же в рамках конференции, как правило, есть секции с докладами специалистов. Брест – красивый современный город с богатой историей. Нам есть о чем рассказать и что показать туристам. Потенциал необходимо использовать. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.